По сообщению о возгорании, дежурная бригада выехала на место. Загорелся контейнер с мусором. Рядом с гаражами напротив пенсионного фонда прибывшие пожарные потушили огонь. Ближайший к очагу гараж по внешнему виду бесхозный пришлось скрывать. Из-за бурно растущей травы дверь удалось лишь приоткрыть. Еще одно обстоятельство, усложнившее ситуацию, здесь же проходит труба теплотрассы. Пожар потушили, жертв нет и ничего, кроме мусора, при пожаре существенно не пострадало.